Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Так как сейчас вплотную занимаемся только темой предпосевной обработки грунта и семян, еще одна небольшая тема. Вот многие жалуются, что после протравливания методом пролива они не могут долгое время дождаться, когда высохнет, вот просохнет этот грунт. Одна девушка написала, у нее вообще он после этого как засыхает, делается кирпичом, как, ну, слеживается. Сейчас я расскажу, как можно сделать протравливание очень быстро, не ждать несколько дней, когда он просохнет, потому что бывают ситуации, ну, упустили вы срок, когда протравить за неделю, за 10 дней. Вам нужно сеять завтра, вот уже завтра, надо очень быстро. В этом случае, конечно, нельзя делать, что положили в лоток, землю поклали, потом полили сверху обильно и ждете несколько дней, когда она высохнет. Тогда мы начинаем протравливать сразу же, перед тем, как поклали в лоток, положили. Просто сейчас я покажу вам, я буду смачивать землю вот этим раствором и придется поработать руками, всю ее размять, чтобы она равномерно смочилась. Но этот способ подойдет только для того, вот как для марганцовки, например, которой не нужно длительно несколько дней для работы вот этих грибковых спор. Фитоспорин уже нас не устроит, потому что после фитоспорина надо выжидать несколько дней. А марганцовка подойдет. Я вот приготовила, налила горячую воду, положила туда кристаллики марганцовки. Равномерно по чуть-чуть добавляю, чтобы не переувлажнить. И начинаю просто замешивать как тесто. Месим до тех пор, пока мы не увидим, что наш грунт, ну, той консистенции, которую нам нужно, он влажный, но еще сыпучий, что его можно положить в лоток. Так, сейчас месим. И вот при таком замешивании вся земля равномерно пропитается раствором марганцовки. Вот у меня была земля уже немного увлажнена, потому что я ее не для этого метода готовила. Но вообще, если вы будете использовать вот такой метод, если вы опаздываете с протравкой, с обеззараживанием, чтобы провести дезинфекцию, не смачивайте предварительно грунт, потому что в мокрый грунт у вас мало раствора марганцовки уйдет, и концентрация будет небольшая, может плохо протравиться. Если вы в сухой грунт будете вот так вбивать свой раствор марганцовки, то в конце концов, вот видите как, она будет равномерно влажная и увлажнится она именно раствором марганцовки. Все, она сейчас постоит несколько часов, можете накладывать ее в лоток, но у меня немножко чуть больше влажная получилась, чем нужно. Нужно немного чуть, чтобы посыпучая она была. Все, раскладываете в лоток и уже сегодня вечером или завтра утром вы можете сеять. Вот это ускоренный способ дезинфекции грунта перед посевами. В том случае, если у вас горит, время поджимает, а вам нужно быстро-быстро все протравить. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Надеюсь, мой вот этот метод кому-то поможет. Самым опоздавшим, проспавшим садоводам, когда они будут сеять и вдруг вспомнят, что не протравили. До свидания.